Наша телекомпания совместно с Лав-Радио и творческой мастерской «Рада Хобби» провела акцию «Скамейка для влюбленных». В день Святого Валентина в торговом центре «Рубин» десятки желающих рассказывали свои истории знакомства, признавались в чувствах своим вторым половинкам и даже делали предложения. За ходом акции наблюдала наш корреспондент Ольга Софийская. Съемочная группа нашей телекомпании почти весь день 14 февраля работала в торговом центре «Рубин». Желающих рассказать о своих чувствах оказалось немало. Все участники получали приятные подарки. Это цветы, шоколад, мыло ручной работы, пригласительные билеты на вечеринку от одного из партнеров акции «Лав-Радио». А творческая мастерская «Рада Хобби» специально к 14 февраля оформила скамейку для влюбленных. Мы решили сделать такую совместную акцию с телеканалом «Апрель», с Лав-Радио, поздравить влюбленные пары, подарить им памятные подарки и их удивить. Мы хотим, чтобы они удивили нас своими историями. Участники акции и правда удивили своими признаниями, оригинальными поздравлениями и историями любви. Я тебя очень сильно люблю и знаю, что никогда я не огорчу тебя. Я то, что надо. Я тебя люблю сильно-сильно. Ты у меня самая клевая, обалденная. Я тебя буду носить в ладошках, даже не на руках. В акции «Скамейка для влюбленных» приняли участие не только молодые пары. В день Святого Валентина своих любимых и близких поздравляли целыми семьями. Любимый муж Денис, мы тебя очень любим. И много лет уже с тобой вместе. И с каждым годом чувства наши все сильнее, все крепче. И я желаю нам, чтобы наша семья была еще больше, еще счастливее. Мы с доченькой тебя очень любим. С праздником! Мы тебя очень любим и надеемся, что каждый день, прожитый вместе, будет наполнен улыбками, радостью и счастьем. Я поздравляю с Днем влюбленных, бабушка, дедушка. Я очень люблю бабушку и тетю Таню. Мама, я люблю тебя очень сильно. Спасибо, что... I love you. I love you. Маме. Поцелуй туда. Я тебя очень люблю. Помаши цветочка. На скамейке для влюбленных произошло и одно из самых романтичных событий в жизни участников нашего конкурса. Милая, выходи за меня замуж. Ой, Котя, я согласна. Интерес к скамейке для влюбленных проявили и гости нашего города из других государств. Ladies and gentlemen from Russia here, I'd like to congratulate you on this very beautiful day about love. So, ladies and gentlemen, those of who are in love, I congratulate you. And those of who are single, I wish you good luck. You know, maybe you could celebrate in the next year. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Bye. Мы хотим желать вам все с днем Валентина. Мы желаем вам всего самого хорошего. Любовь, здоровье и счастье. По итогам акции «Скамейка для влюбленных» все истории участников будут выложены на сайте нашего телеканала. Победители определятся с помощью интернет-голосования. А побороться есть за что. Романтический ужин в ресторане «Провинция» и фотосессия «Love Story». Награждение победителей будет 2 и 3 марта на сцене первого городского фестиваля «Рада Маркет», который состоится здесь, в торговом центре «Рубин».